Тема урока – становление отношений между крестьянами и сеньорами в средние века. На нашем уроке речь пойдет о зарождении, становлении и укреплении отношений между крестьянами и их господами, сеньорами на территории Западной Европы в средние века. В раннем средневековье основная масса населения европейских государств состояла из крестьян – около 80%. Междуусобные феодальные конфликты, которые происходили довольно часто, приносили огромный убыток крестьянскому хозяйству. Поэтому свободные крестьяне были вынуждены искать защиты и помощи у крупных феодалов или у монастырей. Феодалы редко отказывали крестьянам в поддержке, однако в обмен на военную и материальную помощь крестьянин отдавал землю, становясь зависимым. Тем не менее, социальные отношения между крестьянином и сеньором основывались на взаимной выгоде. Разумеется, феодал выигрывал в большей степени. Чем богаче был господин, тем более безопасно чувствовал себя крестьянин.